Пастор Хоинсу, когда я думаю о нем, есть некоторые вещи, о которых я ясно помню. Однажды, когда он жил в городе Гочанг, миссионер, который сейчас служит в городе, в стране Мьянма, миссионер Ким Дэйн, они были лучшие друзья. И пастор Хоинсу, у него было белокровие, поэтому находился при смерти. И пастор Ким Дэйн, он уверовал в Иисуса Христа, и поскольку его друг сейчас умирает из-за болезни, он пошел к нему и передал Евангелие. И брат Хоинсу услышал Евангелие и получил прощение грехов, и очень радовался. И он сказал: «Я пойду в Царство Небесное и буду ждать тебя там». Но спустя некоторое время миссионер Ким Дэйн пришел к брату Хоинсу и сказал: «Послушай, прочитай эту книгу». И эта книга... Мы создали одну книгу, и которая называется «Хотя болею, но здоров». Эту книгу он отнес ему. И потом, после того, как он получил прощение грехов, он очень внимательно прочитал эту книгу. И как пастор Супак выздоровел от язвы желудка, там было написано. И там написано: «Все, чего не будете просить в молитве, веруйте, что получите, и будет вам». Он прочитал это слово. И когда он прочитал это слово, он подумал: пастор Супак, он выздоровел. Ходя свой желудок, тогда я тоже через веру смогу выздороветь. И таким образом, брат Хоинсу, он молился перед Богом. И я: «Господи, пожалуйста, вылечи меня, я сейчас страдаю из-за болезни, белокровия». И он помолился, и он поверил, что он здоров. Я здоров. Ну, могу ли я даже лежать? Он встал. И потом он вошел на улицу, держась за посох, вышел. И потом родители его увидели, как их сын, который находится при смерти, сейчас еле-еле выходит. И они спросили: «Что ты делаешь? Что случилось?» Он сказал в ответ: «Отец, я уже здоров. Я пришел вам помочь». Сын, который даже не может стоять, еле-еле стоит на ногах. Поэтому родители сказали: «Иисус, все хорошо, мы закончили работу». И отвели комнату, а в задней комнате они очень горько плакали. Да, раньше говорили, что и когда человек находится при смерти, тогда его душа меняется. Вот наш сын, наверное, сейчас умрет. С того дня, интересно, он начал выздоравливать. И все были удивлены. Даже месяц не прошел, он выздоровел от болезни белокровия. Да, очень интересный человек. Он начал ходить в церковь. Однажды пастор увидел, что он сидит на ящике для пожертвований. Тогда он наругал его и сказал: «Почему ты там?» Но потом брат Хоинсу свидетельствовал и сказал: «Мне хотелось что-нибудь пожертвовать, но у меня не было денег, и поэтому я решил отдать хотя бы это тело. Но тело не входит». Именно поэтому он встал на ящик для пожертвований. Поехал в Африку, был миссионером. Потом он поехал в Ульсан. И однажды брат Хоинсу пришел ко мне очень серьезным лицом и сказал: «Пастор, знаете, у меня обнаружили рак, серьезная ситуация сейчас». Тогда я улыбнулся, я сказал: «Инсу, да, пастор, помнишь, ты раньше болел белокровием?» «Да».
Ты выздоровел же? Да. Помнишь, как ты выздоровел? Верою. Вот именно. А болезнь рак тоже можно вылечить верою. Он верой выздоровел от белокровия. Но рак — это же что-то другое. Но когда я сказал эти слова, он сказал: а, вот как. И 21 лет он передавал Евангелие. Многие люди через него уверовали, особенно те, которые болели, через брата Хуэнсу выздоровели. У него шестой рак был. То есть даже после первого раза, много раз он болел болезнью рак. Однажды он пришел ко мне и говорит: пастор, у меня болезнь рак обнаружили. Но 3 года этот рак, он не развивается просто, он находится. Я сказал: послушай, если живое на протяжении 3 лет не меняется, это значит мертвое уже, верно? Если 3 года не двигается, значит оно мертвое. Тогда он сказал: да, пастор, вот оно как. В этот раз уже шестой рак у него был обнаружен. Брат Хуэнсу, он с насмешкой теперь относился к болезни рак. Даже если он заболевает, он все преодолевал. И в прошлый раз он лежал в больнице Самсон. Я был немножко занят, это было воскресенье. Но я должен был поехать к брату Хуэнсу. И поэтому рано я поехал в больницу, а потом я должен был поехать в церковь. Когда я приехал к нему, он завтракал. Он говорит: пастор, знаете, в больнице я не думал, что так хорошо и вкусно кормят. Весь обрадовался, ел. И Господь Бог, мне кажется, он решил забрать его. Состояние все казалось лучше и лучше становится, но по зову Господа Бога он ушел с этого мира. Знаете, когда я читаю Библию, Иисус Христос, когда вошел в храм в Иерусалиме, и там были люди, которые продавали птиц, животных, и поэтому он сделал плеть и всех прогнал. А стол, где меняли деньги, он перевернул. В общем, да, поднял большой шум. Да, все он перевернул. Затем, Евангелие от Иоанна 5 главе, Иисус пришел в купальню Вифезда. И у купальни Вифезда многие больные, слепые, хромые, иссохшие, ожидающих движения воды, находились. Почему? Потому что ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И когда идет возмущение воды, кто первый входит в нее, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. То есть единственный человек, который первый войдет, сможет выздороветь. Именно поэтому люди у купальни все ждали, когда будет возмущение воды. И пришел в такой ситуации Иисус. Люди даже не знают, что Иисус подошел к нему. Да, потому что если я буду отвлекаться, они не смогут, когда будет возмущение воды. И там был человек, который болел 38 лет. И этот человек, если ему никто не помогает, он один находится. Даже если он будет смотреть, когда будет возмущение воды, он сам не сможет войти туда. Потому что его тело не слушается его. Именно поэтому, даже видя, как есть возмущение воды, как что бы он ни пытался сделать, у него не получается войти.
потому что другие входят прежде него. И несколько раз он пытался войти, но у него не получалось, поэтому он уже лежал далеко от купальни. Люди, которые хотели выздороветь, там лежало их множество. Многие слепые, хромые, иссохшие, да, они находились у купальни. Но очень жалко, что Иисус Христос сказал, подошел к человеку, который болел 38 лет, и спросил, хочешь ли быть здоров? Больной сказал, да, Господи, но не имею человека, который бы бросил меня в воду, когда возмущается вода. Иисус говорит, встань, возьми постель твою и ходи. Да, тогда он встал, взял постель и начал ходить. Когда я это вижу, знаете, мне очень жалко. Знаете, что мне жалко? Смотрите, на том месте человек, который болел 38 лет, он выздоровел. Но другие люди, если бы увидели его, они бы спросили, интересно, как он смог выздороветь? О, Иисус, это ты, пожалуйста, вылечи меня. Так они должны были попросить у Иисуса. Хотя Иисус Христос пришел, чтобы вылечить их, но все эти больные люди, куда их взор был направлен? Был направлен в реку, в купальню. Именно поэтому они должны знать, что человек, который болел 38 лет, и который находился за ними, выздоровел. Они продолжают смотреть в купальню. Знаете, я немножко размышлял над этим словом. Что за ангел, который спускается? Что это за ангел такой, что сделал, что взор всех людей направлен не в сторону Иисуса, а направлен в сторону купальни? Этот ангел 100% злой ангел, испорченный ангел, потому что все лица этих больных были направлен не на Иисуса. Если их взор был направлен на Иисуса или на человека, который болел 38 лет, тогда бы эти люди просили бы у Иисуса, Иисус, пожалуйста, вылечи и меня. Но человек, который болел 38 лет, он выздоровел. Он взял постель, идет. Но люди даже не знают, не замечают, что человек, который лежал рядом с ними, только что выздоровел. Они не поворачивают своего лица к Иисусу. Они спиной стоят к Иисусу. И этот ангел, который так делает, страшно. Знаете, что страшно? Что на сегодняшний день то же самое. Люди, чтобы смотрели не на Иисуса, а смотрели на что-то другое. Есть деяния этого злого ангела. Наши студенты, они создали одну программу из видео. И о чем там рассказывается? Я думаю, что и у вас будет возможность когда-нибудь увидеть это видео. Начали говорить о том, что наша миссия и организация iWife является сектой. Они увидели такие объявления. И там говорится, я не помню, конечно, ясно, но там говорится о том, что наша миссия Гуньос не проводит собрания, что мы не молимся, что мы не жертвуем. Также они говорят подобное о нас. Именно поэтому мы являемся сектой. Так написали о нас. Тогда наши студенты, я думаю, что в скором времени вы сможете также увидеть. Наши студенты, им было совсем непонятно, почему о нас так пишут. И поэтому те люди, которые говорят, что они изучают, что такое ересь, не знают совсем о нас. Если бы они хотя бы чуть-чуть узнали бы, тогда они бы могли увидеть, что мы проводим собрание. Они бы увидели, что мы пожертвуем. Да, мы не ходим, не собираем убрать сестер пожертвования, но мы ведь жертвуем. За наш молитвенный дом нужно платить очень большие средства за электричество. Не я же все оплачиваю. Да, я конечно, жертвую, но я не оплачиваю полностью за расходы электричества.
или говорят, что мы не молимся. У нас 5:30 утра проходит утреннее собрание. Сотни братьев и сестер приходят и участвуют на собрании и молятся. А они говорят, что мы не молимся. У нас даже часто проводится особенное молитвенное собрание, ведь. Именно таким образом дьявол сделал, чтобы не увидели того Иисуса Христа, который действует в нашей церкви. И в Иерусалиме, у купания Вифеста, много людей лежало. И они, если бы увидели, как Иисус Христос вылечил человека, который болел 38 лет, они должны были увидеть это деяние, но, к сожалению, они не увидели. И всех их взор, куда был направлен в сторону реки. Именно поэтому, понимаете, человек, который болел 38 лет, он же выздоровел, теперь он ходит. Но все остальные же, они остались просто больными. Если бы хотя бы один увидел, они бы сказали, вот, посмотрите на него, он же был больным, Иисус Христос его вылечил, Иисус Христос его вылечил, посмотрите. Так они бы свидетельствовали. Сегодня мы прочитали Евангелие от Иоанна, где Иисус Христос поднялся в храм. В храме были люди, которые продавали овец, волов и голубей, и те, которые меняют деньги. И огромная каша была. И если бы в этом храме не было бы волов, овец или меняющих деньги, если бы Иисус вошел бы в таком состоянии, когда было чисто, Иисус бы, если бы передал бы им слово, те люди, которые услышали истину Иисуса Христа, вы представляете, какое удивительное деяние могло бы произойти в этом храме? Но при жизни Иисуса Христа есть деяние дьявола, который препятствует вход к Иисусу Христу. То же самое также, когда, поскольку мы не можем пройти через ту стену, которая препятствует на пути к Иисусу, поэтому сам Иисус разрешает этот путь для того, чтобы встретиться с нами. Понимаете это? В Иерусалиме, посмотрите, что происходило. Да, Иисус Христос сделал бич и начал прогонять волов. Прогнал волов, прогнал овец, прогнал голубей. Столы, где меняли монеты, развернул, перевернул. И сказал, не делайте дом отца моего в дом торговли. И передавал слово Господа Бога. Он не может передавать слово там, когда есть волы, и когда было убрано, когда стало чисто. Тогда иудеи начали возмущаться. Они начали говорить, как в доме Отца Господа Бога нашего может быть столы, где меняют монет? Там ведь были и священники, и были стражи, были и пресвитеры, и были книжники, были те, которые верили в Господа Бога. Однако они же, когда Иисус Христос пришел, и они не слушали, они ради своих материальных выгод, поскольку если издалека привозить тяжело, именно поэтому, чтобы можно прийти с деньгами, просто поменять, и кажется, это выгодно и хорошо. Но, а толк от того, что они приносят жертву, если они отдаляются от Иисуса Христа, которого Господь Бог послал? Знаете, когда я читаю Библию, я вижу, да, конечно, я не все знаю. Однако Уксупа, которого я знаю, даже у меня, когда я хочу пойти к Иисусу Христу, дьявол множественным образом препятствует и мешал. Дорогие братья и сестры, святость Иисуса Христа для того, чтобы отвернуть наши лица от Него. Многие люди того времени осуждали Иисуса Христа и говорили, что это сын плотника, и говорили худое.
Они думали, если мы оставим его таким образом, тогда римляне нас не оставят в покое. И поэтому они распяли Иисуса Христа на кресте. То же самое. Когда, чтобы мы не могли пойти к Иисусу Христу, создает ложь. Знаете, мне очень больно на душе, когда я вижу, что сегодня многие люди ходят в церковь. Я у них спрашиваю, почему вы ходите в церковь? Они говорят, для того, чтобы получить прощение грехов, веруя в Иисуса Христа и попасть в Царство Небесное. Они так говорят. Но на сегодняшний день в многих церквях они говорят, что если покаяться, тогда можно получить прощение грехов. Но они не учат ясно, как мы можем получить прощение грехов. 10 лет веруют в Иисуса Христа, остаются грешниками. 20 лет веруют в Иисуса Христа, остаются грешниками. И умирают также грешниками. И это не только в Корее. Во всех странах практически то же самое. Однако в Библии кровью Иисуса Христа мы получаем прощение грехов. И об этом во многих местах написано. Во многих местах об этом написано. Я думаю, что вы знаете, да, ведь? Но ходят в церковь, но церкви делают людей грешниками. Проповедано быть во имя Его покаяние и прощение грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Смотрите, покаяние позволяет, чтобы мы могли получить прощение грехов. И после покаяния нужно получить прощение грехов. Да, но, хотя есть покаяние, но они остаются грешниками. Я поехал в Гану и встретился с президентом Ганы. Его жена приехала к нам. Она сказала: «Пастор, здоровье нашего президента очень плохое. Вы можете помолиться за него, за его здоровье?» Я сказал: «Да». И мы поехали в резиденцию президента. И президент, да, он очень известный президент был в Африке, в Гане. И что он сказал нам? У меня есть одно переживание. Да, врачи трудятся, чтобы вылечить меня. Однако, уже несколько месяцев я лечусь, но мое состояние все хуже и хуже становится, не лучше. Хотя президент не говорит, но врач не может его вылечить. Вот что он понял. Но он сказал: «Да, я тоже, хотя президент. Однако у меня тоже есть грех». Я спросил у него: «Господин президент, скажите, пожалуйста, откуда вы знаете, что у вас есть грех?» Что сказал президент? «Я ведь согрешил, поэтому разве я не грешник?» Я сказал ему: «Господин президент, это не так». Тогда президент удивился и посмотрел на меня. В любой стране тот, который говорит приговор, это не тот, кто сам согрешил. Судья дает приговор. Тоже в стране, в Гане. Скажите, пожалуйста, если человек согрешил, он сам говорит, что я пойду в тюрьму, потому что я согрешил? Нет, ведь судья дает приговор. Господин президент, вы когда-нибудь читали приговор Божий по поводу вашего греха? Тогда президент удивился и спросил: «А такое разве есть?» Я сказал: «Да, президент, есть». Он спросил: «Где это приговор?» Я сказал: «В Библии есть приговор Божий. Хотите ли я вам покажу его?» Президент сказал: «Да». К Римлянам, 3 глава,
Я открыл ему. К Римлянам 3 главе 19 стихе написано: «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. То, что говорит закон, он говорит под состоящим под законом». Что это значит? Да, не воруй. Вот эти слова, что они значат? Эти слова говорятся не тому, кто не своровал, а говорится тем, кто своровал. Верно? Я прав, скажите? Не воруй. Кому говорят эти слова? Тому, кто ворует. Не тому, кто не ворует, если сказать «не воруй», это не подходит, верно? Не убей, не прелюбодействуй, не воруй, не лжесвидетельствуй, не желай. Кому говорят эти слова? Тому, кто согрешил. Именно поэтому, если говорят, чтобы ты не грешил, это значит, что этот человек уже согрешил. Если есть закон, который говорит «не воруй», если хотя бы ни один человек, если не будет воровать, тогда этому закону нет смысла существовать, понимаете? Этот закон, который говорит «не лжесвидетельствуй», если в этом мире никто бы не обманывал, тогда этому закону нет смысла существовать. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит состоящим под законом. Закон был дан, потому что люди уже согрешили, верно? Из-за того, что они своровали, поэтому Бог говорит «не воруй». Из-за того, что они лжесвидетельствовали, поэтому Бог говорит «не лжесвидетельствуй». Из-за того, что они прелюбодействовали, Бог говорит «не прелюбодействуй». Если бы не было ни одного человека, который бы прелюбодействовал, тогда закону, который говорит «не прелюбодействуй», нет смысла существовать, верно? Потому что никто не прелюбодействует, этот закон исчезнет. Не прелюбодействуй, не обманывай или не убивай. Это значит, что кто-то этот закон нарушает. Если Бог говорит «не воруй», это значит, что уже кто-то своровал, поэтому Бог так говорит. И поэтому, если Бог говорит, что «не воруй», это значит о том, что эти люди, они своруют, поэтому они должны погибнуть. Если человек старается исполнить закон, да, уже поздно, потому что уже согрешили. И именно поэтому в Библии написано, если что говорит закон, говорит состоящим под законом, так чтобы заграждались всякие уста, и весь мир становился виновен пред Богом. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. И 21 стих. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. То есть явилась независимо от закона правда Божия. Тот, что не связано с законом. И в 22 стихе написано: «Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия». Веру в Иисуса Христа. Когда мы принимаем правду Божию, другими словами, когда мы верим в Иисуса Христа, когда мы идем к Богу, что мы берем с собой? У нас нет праведности, однако мы берем праведность Иисуса Христа. Тогда мы будем праведными. Потом 23 стих. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». И 24 стих. «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Другими словами, через искупление, которое есть во Христе Иисусе, то, о чем мы сейчас говорим, Евангелие от Иоанна, 2 главе, когда Иисус вошел в храм Божий, там продавали волов, овец, голубей,
И дьявол так препятствует, чтобы слово Иисуса Христа не могло передаться людям, находящимся в храме. Поэтому Иисус Христос сделал бич из веревки, все выгнал, и затем хотел передать слово. Понимаете это? В купании в Ефесе было очень много людей, но дьявол так сделал, чтобы все глаза и ухо людей, которые находятся в купании в Ефесе, смотрели не на Иисуса, а смотрели на купание. Именно поэтому Он сделал, чтобы все смотрели в другие места. Иисус пришел и вылечил человека, который болел 38 лет, но они не видят этого. На сегодняшний день все деяние, которое делает дьявол, оно препятствует, чтобы люди не могли услышать истинное Евангелие. Однако люди не знают этого и обманываются. Сатана их обманывает, и они следуют за обманом сатаны. Я сказал президенту Ганы: «Господин президент Библии, есть решение Господа Бога по поводу вашего греха. Вы видели когда-нибудь это?» Тогда он удивился и сказал: «Нет, я не видел». Я спросил: «А хотите, я вам покажу?» Он сказал: «Да, я хочу увидеть». И тогда я открыл к Римлянам 3 главу, 23-24 стих. В 23 стихе написано: «Потому что все согрешили, лишены славы Божией». Здесь точно написано, что все согрешили. Точно согрешили. Но в 24 стихе написано: «Получая оправдание даром по благодати Его». Эти слова очень хорошие. Искуплением во Христе Иисусе. Искуплением во Христе Иисусе. Да Он нас искупил. Понимаете? Если человек тонет, что значит спасти его? Да, поднять и потом бросить — это есть спасение? Нет ведь. Или, например, его тело находится еще в воде, а человек взял за руку — это есть спасение? Нет. Спасение будет тогда, когда мы вытащим его из воды, положим в лодку, и потом, если он не может дышать, тогда мы восстановим его дыхание. Вот что такое спасение. То же самое. Мы были грешниками, мы согрешили, мы тонем, но нас вытащили. Если нас спасли, значит, мы не должны тонуть. Но если мы нас вытащили, если мы продолжаем тонуть, это значит, что нас не спасли. Верно? Если я получил спасение, тогда я должен быть освобожден от греха. Но находиться во грехе и сказать, что я спасся, это ведь неверно. Библия тоже нам так не говорит. Получая оправданным даром искупление во Христе Иисусе по благодати Его. Это слова не пастора Ксупака. Это слова Иисуса Христа. По благодати Иисуса Христа дара мы получили. Бог говорит, что ты оправдан. Судья говорит, ты оправдан. Даром Бог говорит, что мы спасены. И когда Господь Бог так говорит, значит, мы спасены. Верно? Если сейчас Господь Бог говорит, что Он оправдал нас, значит, мы получили оправдание. Значит, мы праведники. Господь Бог является судьей. Если Бог говорит, что мы оправданы, тогда кто может сказать, что мы грешники? Однажды я это слово передавал очень многим людям. И однажды я встретился с юристом. И я рассказал это слово. И тогда юрист удивился и сказал: «Пастор!» Я спрашиваю: «Что случилось?» Он говорит: «Пастор, это как приговор». Этот юрист говорит, что эти стихи написаны так, в таком же формате, как пишут приговор. Знаете, однажды я передавал Евангелие в тюрьме и встретился с убийцей. Он получил спасение и сказал мне. Он рассказал, как он участвовал на суде. Он убил человека и за убийство его привели, и во время суда прокурор предварительно объявил, что его нужно казнить. Обычно слово «казнь» не произносится,
И поэтому они сказали, этого человека для защиты общества необходимо дать самое жестокое наказание. А самое жестокое наказание — это казнь, потому что выше казни ничего нет. И этот человек, когда ему прокурор сказал о том, что его казнят, он впервые стал перед стеной и сел на колени. И начал молиться перед Богом. Господи, я не знаю, существуешь ли, есть ли ты где-нибудь. Но, Господи, если вдруг ты существуешь, то прошу тебя, сделай, чтобы я мог избежать казни. Я буду служить тебе, если ты спасешь меня. Всем сердцем буду жить ради тебя. Так он помолился. И прошло время, и во время суда судья начал читать приговор. Обвиняемый такой-то убил человека. Именно поэтому достоин получить самое жестокое наказание. Однако, учитывая тот факт, что погибший не имеет связи с ним, трудно сказать, что убийство было совершено намеренно, а также обвиняемый раскаивается в содеянном. Именно поэтому лишаем свободы пожизненно. И тогда да, он так благодарил судью. И, находясь в тюрьме, он получил спасение. Знаете, этот приговор, да, говорит, что ты, да, ты убил, и ты достоин получить, да, наказание. Но потом, однако, поскольку они не были знакомы, и убийство было совершено не намеренно, и раскаивается обвиняемый, поэтому лишаем свободы пожизненно. Такое решение всегда. Да, Библия что то же самое говорит. Все согрешили. Да? Лишены славы Божией. Получая оправдание даром, по такой-то причине мы получили оправдание. Через то, что Иисус Христос умер на кресте за наши грехи, и за то, что Он заплатил всю цену за наш грех, именно поэтому мы получили оправдание. Я не думал, что это есть приговор Божий, но юрист мне подсказал. Именно поэтому я сказал президенту Ганы: «Господин президент, Господь Бог, перед тем, как вы уйдете с этого мира, да, я согрешил, именно поэтому, да, вы будете бояться, что будете мучаться всю жизнь. Именно поэтому в 3 главе послания к Римлянам Бог разместил приговор по отношению к вас. Бог говорит, если ты умрешь, тогда я буду тебя судить по такому решению, по такому приговору. Не переживай. Я буду тебя так судить. Я же много согрешил. Я же много своровал. Я же много обманывал. Я точно попаду в ад. Но Бог говорит, нет. Ты такой, ты согрешил. И ты лишен славы Божией. Но, получая оправдание даром по благодати Его искуплению во Христе Иисусе, Иисус Христос, поскольку искупил тебя, именно поэтому ты по благодати Божией получил оправдание. Господь Бог дает приговор вам такой. Да, господин президент, вы согрешили, вы ведь человек. Я тоже человек, поэтому я согрешил. Однако Иисус Христос, Он искупил нас. Он заранее получил все наказание. Это невозможно поменять. Иисус Христос умер на кресте. О, Иисус уже не может сказать, что все, я отменяю, люди мне не нравятся. Уже поздно, потому что уже цена заплачена. Именно поэтому это невозможно поменять. Так Господь Бог уже сделал. И тогда, когда Иисус умирал, наш грех был полностью омыт. Люди говорят, ой, пастор, я знаю об этом, но мы ведь все равно грешим.
Мы ведь тогда, значит, грешники. Знаете, что важно? Сегодня многие люди не читают, служители не читают Библию. Они говорят, что послание к евреям очень сложная книга. Однако, я же практически выучил послание к евреям. Практически все, что там написано, я помню наизусть. В 9 главе 11 стихе к евреям написано: «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей скинею, не рукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Что эти слова значат? Иисус Христос, будущих благ, придя с большею и совершеннейшей скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения. Здесь есть выражение «скиния». В Ветхом Завете храм, он был скинию. И поэтому говорится о святой святых. Так вот, нерукотворенную, то есть не такового устроения. Что эти выражения означают? Тот храм, который есть в Царстве Небесном, понимаете? Храм, который на земле, был сделан руками человека. Храм, который в Иерусалиме, был сделан руками человека. Но к Евреям 9 главе написано: «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей скинию, нерукотворенной, то есть не такового устроения». Другими словами, скинию, которая Царство Небесное, он принес жертву. Моисей, перед тем, как принести жертву, он поднялся на скинию и Синай, и он, Господь Бог показал ему всю скинию. Это жертвенник, это стог для умывальника, это светильник, ковчег. Все Бог показал и сказал: «То, что я тебе показал на горе, сделай скинию на земле». И так Моисей построил скинию. Самое важное, что есть два храма, понимаете? Сколько храма? Два храма. Ни в коем случае не должно быть на земле два храма. Знаете, люди, не зная, они говорят, что молитвенный дом является храмом Божьим. Так ведь? Но это потому, что они не знают Библию. Да, не только храм в Иерусалиме люди собирались. В Израиле во многих местах люди собирались и проводили собрания. Но в то время Библия говорит, что это была синагогия, а не храм. И то место, в котором мы сейчас собираемся, это как синагогия. Понимаете, это не храм. Люди не знают, и поэтому говорят, что молитвенный дом есть храм. Некоторые люди говорят, что если подняться на храм, да, это грех. Поэтому говорят, что перед тем, как пойти убираться, да, они молятся: «Господи, прости меня, да, за то, что грешный, я убираюсь». Но это неправильно. Это всего лишь молитвенный дом. Иисус Христос также проповедовал и в синагогах. Но это всего лишь синагоги. Есть два храма. Если два храма будет на земле, это будет большая беда. Например, когда израильский народ вошел в Ханаан, тогда за то, что израильтяне сделали на другой стороне Иордана жертвенник, да, Руфь, колено Руфь, когда сделали жертвенник, тогда израильский народ говорил, что их нужно убить. Знаете эту историю? Только один есть храм. На земле есть один храм и один на Царстве Небесном. Перед тем, как пришел Иисус Христос, люди, они собирались скини. И поэтому Библия написана: «Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершенно скинию». Иисус Христос не вошел, да, в храм, к которому раньше приходили и приносили жертву. Этот мир — это мир времени. И именно поэтому никто не может остановить время. Верно? Я прав? В этом мире, извините меня,
Но никто не может остановить время, потому что это мир времени. Однако в Царстве Небесном же, это оно вечное, понимаете? Именно Господь Бог, Он Царство Небесное, поэтому что бы Он там ни делал, Он делает совершенным образом. Так вот, здесь даже если приносят жертву за грех, когда принесут жертву, да, взяли кровь, священник брызгает кровью, и грех омывается, однако смерть козы, оно может очистить грех. Но поскольку это есть мир времени, поэтому если время пройдет, оно становится в прошлом. Да, вчера вечером, если жертва принесена, или год назад принесли жертву, или 10 лет тому назад принесли жертву. Да, жертва, которая принесена 10 лет тому назад, она может очистить грехи, которые были совершены 10 лет тому назад. Но грех, который совершен после приношения жертвы, то поскольку это жертвоприношение становится уже прошлым, поэтому оно не может очистить грех. И в Ветхом Завете каждый раз, когда приносили жертву, каждый раз, когда человек решил, нужно было принести жертву. К Евреям, 10 глава, 1 стих. Очень интересно здесь написано. Десятая глава, первый стих. Я прочитаю. «Закон, имея тень будущих благ, а не самые образы вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними». Почему? Да, когда приносили жертву, это всего лишь тень Иисуса Христа. И именно поэтому ежегодно приносимые жертвами невозможно очистить грех навсегда. Оно может очистить грех только того момента, но не может очистить грех навсегда. Второй стих. «Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящая жертву, быв очищен однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов». Если бы, так написано, если он совершенным образом очищает грех, тогда да, он уже не будет грешить, но поскольку это не вечное, каждый раз, когда мы грешим, да, они должны были принести жертву. Третий стих. Но жертвами каждый год напоминается о грехах. Четвертый стих. «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». Да, она омывает грех, но она не может уничтожить грех. Суть греха. Пятый стих. «Посему Христос, входя в мир, говорит, «Жертвой приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Почему? Потому что даже если приносят тельцов, козлов, оно омывает грех, но не может уничтожить грех. И поэтому, если снова ты согрешишь, не имеет смысла. Именно поэтому приносится тело Иисуса Христа, и нужно было совершить уничтожить грех. Потом, 6 стих. «Всесожжение и жертвы за грехи неугодны тебе». Тогда я сказал, «Вот, иду, как в начале книги написано об ней, исполнить волю Твою, Боже, как написано в Ветхом Завете, Иисус Христос пришел для того, чтобы очистить грех наш». Правильно? Восьмой стих. «Сказав прежде, что ни жертва, ни приношение, ни всесожжение, ни жертва за грехи, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил, вот иду исполнить волю Твою, Боже, отменяя первое, чтобы постановить второе». Первое — это жертва, которая приносится за колая козлов, а второе, которое навсегда омывается грех. Десятый стих. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Понимаете, одним жертвой все очищается. Таким образом мы получили прощение грехов. Понимаете? К Евреям 9 глава 11 стихе написано, «То Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей совершеннической нерукотворенной, то есть не такового устроения, другими словами, вошел в скинию в Царство Небесное, 12 стих, «И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище». И вместе прочитаем. «И приобрел вечное искупление». Здесь написано, что второго раза уже не нужно, потому что он приобрел вечное искупление. Верно? Он совершил искупление, которое навсегда омывает нас, спасает нас. Именно поэтому нас совершенным образом он сделал праведными и святыми. 13 стих.
Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, 14 стих, то кроме паче кровь Христа, которая Духом Святым принеся себя, непорочного Богу очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Это значит, что кровь Иисуса Христа уже сделала нас совершенными. Аминь? Да, аминь. Мы веруем в это слово, что Иисус Христос на кресте, когда умер на кресте, мы не верим Иисуса, который не смог очистить нас. Мы верим, что Он, если не умер, умирая на кресте, если Он не смог очистить нас, значит, Он зря умер. Иисус Христос совершенным образом очистил нас и совершил вечное искупление. Аминь. Скажите, вы грешники или вы праведники? Иисус говорит, что Он оправдал нас. Смотрите, президент Ганы услышал это Евангелие, он очень радовался. И после этого он ушел с этого мира с большой радостью на душе. Иисус, да, когда человек, который принимает ту истину, что Иисус Христос очистил наши грехи, его душа чистая, а тот, который не принимает, у него грех остается в душе. Мы согрешили. Знаете, я очень много раз обманывал, что даже не могу вспомнить каждый раз, как я обманывал. Я много своровал, но я праведник. Понимаете? Почему, вы спросите? Потому что Бог говорит, что Он оправдал меня. Правильно? Да, я думаю, что я грешник. Но если Бог говорит, что я праведник, тогда кто прав? Я или судья прав? Я верую, что я праведник. Но многие пасторы говорят, что они грешники. Смотрите. В нашей миссии в 2014 году, в марте, в Нью-Йорке мы провели форум христианских лидеров CLF. Собрали пасторов из Америки. 800 человек мы собрали. И из нашей миссии же собралось 50 служителей, а все остальные были приглашенные пастора из других церквей. И мы передавали им Евангелие. Они удивлялись. И, услышав это Евангелие, они очень радовались. Мы стали очень близкими. В 2017 году, с марта и до сегодняшнего дня, примерно 100 тысяч служителей. Да, не индивидуально, но через нашу миссию. Знаете, сейчас, знаете, и в Бразилии, в Кот-д'Ивуаре, и в Африке, в Латинской Америке, везде, когда мы проводим семинары, многие пастора собираются, как облако. Они собираются. В прошлый раз в Уганде я 100 тысяч верующих собралось, а до этого в Индии 120 тысяч человек услышали слово, я им передавал Евангелие. Знаете, в других странах все слушают. Да, и пастора, которые здесь собрались, это пастора, которые пришли учиться здесь. Мы сейчас их учим, и они пришли, чтобы научиться этому, верно? Это истина. Очень важная истина. Но почему-то, к сожалению, только в Корее говорят, что это ересь. Но я хочу, чтобы они пришли. Они даже не проверяют, они просто говорят, что это ересь, и все. Они говорят, что мы не проводим собрания, что мы не молимся, что мы не жертвуем. Очень многими словами клевечут нас. Но я удивляюсь, потому что вижу, как многие люди начинают меняться. Именно поэтому мы, чтобы тренировать служителей, мы рассказываем, как нужно вести церковь, как вести духовную жизнь. И для этого мы в Америке купили в Спрингфилде большой университет. И сейчас будут проводить ремонт и потом устанавливать кровати. И с этого момента мы хотим начать. И чтобы с мая этого года по 1000 человек мы из всего мира собирали служителей и тренировали их.
Такие у нас планы. Знаете, я счастлив, пока я занимаюсь подобным делом. Многие пастора страдают из-за греха. На сегодняшний день, знаете, мне очень больно. Знаете, мне так передали один пресвитер. Он все имение свое продал и служил Господу Богу. Но когда он стал при смерти, он видит, что его грех остался. И тогда никто ему не говорил, как может очистить грех свой. Поэтому, да, он ведь понимает, что если со грехом умрет, тогда он погибнет. Поэтому он при смерти даже начал ругаться на Господа Бога и умер. Знаете, очень больно на душе. Президент Ганы, он очень хорошим президентом был, очень верующим был президентом. Но, к сожалению, он не получил прощения грехов, и поэтому он очень сильно мучился из-за греха. Но потом жена его специально пригласила на общение, я передавал слово, и он получил спасение в радости, он ушел с этого мира. Знаете, это Евангелие. Я желаю, чтобы все приняли и освободились от греха, и чтобы вы веровали, что вы стали праведными. Веруйте, что Бог говорит, что оправдал вас. Я хочу, чтобы веруя в это слово, вы всеми сердцем, чтобы вы трудились. И сегодня, после собрания, я поеду в Таиланд, потом Камбоджу, и потом Эсватини, Лесоту. В таких странах я буду проводить семинары. Пожалуйста, помолитесь за меня и передавайте это Евангелие. И чтобы удивительное деяние Господа Бога происходило в вашей жизни. Господь Бог, если оправдывает нас, значит, мы оправданы. Именно поэтому я еще раз хочу сказать вам, к Римлянам 3 главе 23-24 стихе, это приговор Божий. Бог уже дал приговор. Да, согрешили и лишены славы Божией. И в 23 стихе мы грешники. Но в 24 стихе Бог, Он оправдал нас, и все вы также получили оправдание.